вы садитесь на лавочку, желательно длинную, и когда делаете подъем гантелей, гантели не должны касаться лавочки. И тем самым получается короткая амплитуда, именно такая амплитуда, в которой максимально грузится средняя дельта. Когда вы выполняете это упражнение, старайтесь, чтобы локти были немножко выше, чем кулаки. Ни в коем случае не делайте, чтобы локоть был внизу, иначе средняя нагрузка уйдет на переднюю, и передняя дельта все сворует. И работайте в короткой амплитуде. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Загадов Владимир. До новых встреч. Пока.